Всем привет, вы на канале Pop Fight MMA. Состоялся медийный поединок Мурада Легенды в Казахстане против Пилала Бексултана по прозвищу Апачи. К сожалению, Мурад проиграл, его угол отказался продолжать бой по причине выбитых передних зубов. Что тут сказать, спорт – это жизнь. Мурад Легенда сдаваться не намерен и написал в своих соцсетях следующее. Ну что, бой вышел. Я его проиграл в связи с остановкой. Бой я вел. Это не конец, я умею возвращаться. Апачи, я тебя заберу в реванше. О, Аллах, дай мне разум и душевный покой. У меня то, что я не в силах изменить. Улицы изменить то, что могу. Не буду соотвечать одно от другого. Аллаху Акбар. Пилал тем временем доволен своим выступлением. Вот и прошла первая защита чемпионского пояса. И думаю, я защитил его достойно. Теперь можете называть меня стоматологом. Если есть лишние зубы, свяжитесь с нами. Кстати, Мурад был тяжелее меня на 10 килограмм. Но я вес не выбираю, я вес имею. Как вы считаете, нужен ли бойцам реванш? Все подробности данной ситуации узнаете в Телеграм. Ссылка в закрепленном комментарии и в описании канала.